Я приветствую вас, Девы. Это недельный расклад на неделю с 4 по 10 мая. Очень позитивный расклад, несмотря на одну негативную карту, но она окружена позитивными, и потом я вам скажу, что, как бы, что это может значить. Значит, тема недели – тройка кубков. Ну, понятно, что это веселье, радость, застолье, немножко выпивки культурной. То есть положительные эмоции, общение с друзьями, выход куда-то, в люди, поход в ресторан, в кафе. Вот такое настроение, короче, как бы друзья-друзья, позитивные эмоции через друзей, хорошие новости от друзей и так далее. Дом, семья, девы, полюбуйтесь, это вы, королева Пентаклей, масть земли. То есть либо ваша роль в семье на этой неделе возрастает. Королева Пентаклей – дама практичная, любит красоту, чтобы все было в порядке на местах, но привлекает других также, как говорится, к выполнению домашних обязанностей, потому что, ну, почему это она должна такая красивая и хорошая, все делать одна. То есть очень позитивная карта. Что касается атмосферы в доме, здесь все спокойно, хорошо и на местах. В любовь отношения десятка мечей, но в этой колоде, это колода Лос Карабео Таро, она немножко другая. То есть эти 10 мечей не воткнуты ему, простите, вдоль всей спины. Я сейчас скажу, потому что очень просто много людей, здесь очень много может быть вариантов, очень. А для некоторых это, например, вы обрываете какие-то отношения, которые вам не интересны, вам не важны, и вам практически, можно сказать, не больно. Вот не хочу, и все, бац, рубануло, и пошло оно все. Для некоторых это может быть, вот знаете, когда что-то там накапливается, садимся с партнером и начинаем, как говорится, разговор тяжелый, неприятный, но он ставит эту финальную, не то что, я сейчас не про разрыв, я про то, что он отсекает вот этот разговор, отсекает эту гадость, и вы, наконец-то, от этой гадости освобождаетесь. Почему я не вижу здесь такой страшной боли, потому что все остальные карты позитивные. Здесь даже, знаете, когда я выложила, я подумала, что я выложу для какого-то молоденького мальчика, который гуляет, тусуясь, все классно, дома мама симпатичная, еще вполне молодая, девчонку какую-то отшил, например, учусь или сдаю экзамены, и вполне, кстати, успешно, с деньгами никто меня не обделяет, и ля-ля-ля, вот такого плана. То есть, достаточно положительные карты. То есть для некоторых, если, например, вы, дева, да, встречаетесь с женатым мужчиной, то есть вы в качестве любовницы, то эта карта, она вполне объяснима, потому что означает также сдерживание эмоций, когда мы не можем в полной мере там излить свои чувства, да, там где-то приходится язык попридержать и так далее. То есть это вот из этой оперы. То есть для некоторых это просто тяжелый разговор. Для некоторых это обрубание, но такое сознательное, каких-то концов, каких-то ненужных вещей. Если это вас обрубили, да, например, то я просто даже не понимаю, может быть, вы тогда типа, ну и ладно, и гуляй, рванина, типа, сердце болит, но я тут живу и отрываюсь по полной. Может быть, и так, конечно, кто-то реагирует. Работа, карьера, учеба, семерка жезлов. Здесь она, знаете, больше как, больше активности человек проявляет сам. Не то, что он обороняется от чего-то там, он, я бы назвала это, превентивные меры принимает, да? То есть он начинает действовать согласно ситуации. Если надо что-то решить, он сам берет в руки эту палку и вперед, как индейцы. Карта финансов, девяточка кубков. То есть мы довольны, мы счастливы, у нас всего хватает. То есть состояние эмоциональное, вот эта карта называется удовольствие, исполнение желаний. Какие еще могут быть вопросы у вас по этому поводу? То есть это очень позитивная карта. Единственное, для некоторых, я смотрю, значит, маленькие моменты, с чем надо быть аккуратным, с ссорами по пьянке, причем не обязательно, что кто-то очень, очень много напился. А вот бывает такое, что вот выпил и, как говорится, ну не знаю, язык что ли развязался, ну в общем,
Ссоры по пьянке аккуратней. И в испытаниях шестерка пентаклей – это карта, ну, как бы, давать, брать, да, помощь, взаимопомощь, своего рода баланс, гармония. Она у вас в испытаниях. Здесь я вам хочу сказать, если вы хотите кому-то помочь, не обязательно только чисто финансово, имеется в виду эмоционально и так далее, из чувства вины, из чувства потому что там что-то придумали себе, должны. Вот эта карта говорит, надо немножко тоже о себе подумать. Не надо помогать человеку и рвать из себя жилы, или, например, если вы хотите обрубить, не надо себя мучить, да, пытаясь что-то там вытянуть из себя, чтобы человека не обидеть. Уж лучше бац, и чтобы никто не мучился. Для тех, кому интересно дно колоды, у нас тройка пентаклей. Для людей, учащихся, да, для студентов, учеников, это очень удачная сдача экзаменов. И вообще карта позитивного продвижения, получения какого-то полезного практичного опыта. То есть карта положительная, позитивная. Так, что у нас еще? Карта архангелов Дорин Верчи. У нас карта архангела Задкиила. Сочувствие. Задкиил архангел. Архангел Задкиил помогает смягчить свое собственное сердце и сердце того, с кем у вас конфликт или трудное отношение. То есть помогает легче найти общий язык. В силу того, что просто люди не так злятся, не так ненавидят, да, там, то есть они более милосердны друг к другу. И вам помогает немножко свои, как говорится, эмоции негативные поумерить и помогает смягчить оппонента. И также это его зовут ангел памяти. То есть для как раз студентов, которые, кстати, и так вполне видите все предпосылки для удачной сдачи экзаменов, зачетов, что там у кого тесты, можно просить архангела Задкиила о помощи, если вам надо запомнить очень много информации относительно учебы. Положительный расклад Девы. Это десятка мечей. Конечно, для некоторых, я еще раз говорю, расклады общие, вас очень много. И это не может 100% соответствовать прям конкретно вам. Но тенденции, потому что, говорю, это может быть просто арканы все младшие, обратите внимание. Соответственно, неделя, она такая, вот знаете, вы через нее раз так и проплывете. То есть не будет ничего такого страшного в этой неделе. Даже это десятка мечей. Тем более, я говорю, что утешает то, что на этом изображении все-таки они ему в спину-то не воткнут. Он просто их бросил нафиг и пошел. Больше так отыграется. Позитивно. Так что, девы дорогие, я вам желаю удачной недели.